Всем-всем-всем привет, ребята! С вами канал Гандикап. И сегодня я вам предлагаю вместе со мной посмотреть сборку на Борези, открыть паки, ну и Борези поприветствовать стоя в нашей команде. Я думаю, ну, он задержится в нашей команде. Ну, если выйдет какой-то крутой СБЧ, где нужна будет легенда, Борези, наверное, заменит, так сказать, эту пустоту. Так, ну и давайте без всякого хайпа, это, ну что, проспал я уикенд-лигу. Сейчас буду начинать стрим, и в понедельник, ну, докатаем 14 побед, как у нас обычно, мы сделаем. Пойдемте в испытание команды и пойдемте за Борези. Собрал я легенду, собрал эту легенду Джон. Вы все его в курсе, модератор наш. Вот, и вот он мне оставил самое приятное. Это показать вам и открыть паки. Сами знаете, то, что сейчас падает фут звезды там какие-то, да? Может быть, действительно, что-нибудь нам сейчас еще и ночью упадет. Ну, давайте, погнали. Все, в принципе, готово. Скромный почин, серебро. Вот такая сборка. Джованни накидал. Ага. Накидал. А почему где воротчик? А, вот он, воротчик. Забыл, вот косяк. Так, ну, 750 пойдет. Новый предмет. Но новый, бля. А, он был выкупен. Что-то не понял ничего. Ладно, вот такая сборка бронза. Забираем пакет. Забрать. Отлично, спасибо. Дальше. Обмениваем. Ну, так, ну давайте, подожди. Стопэ, народ. Чтоб так маленько кто-то успел посмотреть, кого же накидали. Испанцев накидали серебряных. Подтверждаем обмен. Мировой класс, поехали. Эти все легендочки у меня были непродаваемые. Эти, когда было СБЧ на гарантированную легенду, вот мне вот такие два парня упали там. Топовые, так сказать. Ребята, вот 75-81. Сами понимаете, самый сок упал, так сказать. Так, только проснулся, блин. Так, дальше. Блин, ну сейчас, конечно, перед стримом эти паки. Так, у меня сейчас тут будет маленькая заминка. Компани и Лапорта, и Дембеле надо будет еще раз купить в следующей сборке. Вот такая сборка. Даже эти информы у меня были в команде, были. Вот в чем и фишка, то, что они уже были, это прикольно. Сэкономили. И все, мы, в принципе, пошли по этому поводу, парни. То, что все равно 4 дня осталось, падает это будущие звезды эти. Ну, пошли на риск. Так, сейчас посмотрим тут. Ага, все. Сейчас докупим этих. Быстренько. Ну, специально я хотел для видоса это, ребята, сделать. И делаю. Сейчас у меня тут все приготовлено. Компани 17. Этот. Сейчас прямо так махом его заберем. Прямо на торгах по-быренькому тут. Не будем. Так, 6200 этот, Вася. 6800. Вон, 6300. Наш клиент. Забрали. Быстро назначить. Домой. Лапорты 3 рубля дали за него. 3200. Домой. И компани за 16750. Наш. Все буквально четко, быстро. В 10 минут мы, может. Ну, в 10 минут мы, наверное, парни, не вложимся, блин, нифига. Так. Одиночные, поехали. Дальше там, кстати, какого-то ФРВшника нам еще одного не хватает.
Ну, как вы заметили, я специально это делаю, как бы, роликом, что обычно мы это на стриме все взрываем. Ну, да что ты, мои руки кривые. Проснулся, еще сплю. Так, 84 у нас проблемы, Карл. Карл, у нас проблемы. Информа. Этого надо португальского будет выкупить еще. Мой клубешник. А, ну это следующая СБЧ, все, я понял. Нифига себе, откуда эти парни тут в пикетах. Так, подожди, ЦП у нас, Дембеле. Сейчас я его так быстренько найду. Позиция фэрвэ, парни. Португальский там, да, был засунут парень. Сейчас мы его найдем. Вот он. Информ. Футмэч, так, не тот. Команда недели, вот он, Вася. Вот он, бедолага наш. Двадцаточка. Ну, я думаю, этого ёживаться не будем. Что-то очень много его на рынке, парни. Я, кстати, по поводу Борези, вот мне очень интересно. По идее, это высокорейтинговый защитник. После Мальдини он идет. Вот как он будет в игре, мне прямо интересно. Но мне кажется, вот с Борези, конечно же, будем говорить, пока он у нас еще не в клубе. Двадцатка отдаем. Вот. То, что он с ним как бы в такой более открытый футбол не поиграешь, с Борези. Ну, посмотрим. Вот такая сборка у нас. 84 рейтинг плюс 2 информа. Забираем награду. Ну и Акантора. Ах, пак цветом, да, какой стал приятным там. Сейчас мы выловим там. 85 сборочка, ребята. Робан. Это у нас упал он нам. Вот чекайте, парни. Забираем. Все забираем до конца. Так. Состав 86. Ну вот, ребята, товарищ Гомес на наших стримах присутствовал. И все-таки он хороший, но что-то он мне не нравится. Не знаю, или завершение у него какое-то не такое, или как ли. Ну, вот отправляем мы его, пока Гомес. СБЧ он был у нас также, но надо ему сказать стоя. Спасибо за все, Гомес, но пока. Ну вот, товарищ Борези, как я вам обещал в начале этого видео, приезжает в нашу команду. Борези, легенда, в принципе, я на него буду ставить, парни, якоря. Пускай он будет у нас такой не очень быстрый охотник у себя штрафной, так сказать. Борези, давайте, вот он, первый пак, да, выпадает легенда. Как это, как он у нас выйдет, мне интересно. Но должен спокойно выйти. Ну, блин, малец какой, да, маленький такой. Ну, Кэмпбелл рядом у нас с ним. Ну, он говорит, давайте, парни, лайков-то поднажмем маленько. Вот так вот кулаком поградил. Ну, Борези, конечно, приятно всегда. Любая сборка. Все-таки это легенды. Мне кажется, у каждого вообще задача должна быть поставить как можно больше легенд. Потому что за Варана еще уже все наигрались, я думаю, за этого Варана. Уже до дыры его заюзали. Ну и погнали. Что у нас? Пака, в принципе, немного. Ох, ребята. Ох. Ну давайте вот эти сначала два простых пака откроем. Набор серебряных игроков. Время. 2 часа 23 минуты. Поехали. Серебро. В студию. Рубин. Он что-то стоит. Испанское. Это серебро.
Не ругайтесь на меня, я сейчас всех просто туда по дефолту скидываю. Зайду, потом чекну, сколько кто почет стоит. Эмблема клуба, вы видели, какая? Шикардосная. Набор золотых игроков. Один редкий. Кстати, сейчас что-то, если выпадет, Борези вообще просто бесплатно приедет как в команду. Но нету ничего. Ну я контора, блин, а. Не подведи. Парни смотрят, блин. Переживают. Сомневаются. Лайк ставить, не ставить, блин. Думают все. Так. Все туда, на продажу. Так, ну все, в принципе, мы избавились от этих наборчиков. Редкие, редкие, редкие. 30. Давайте все-таки предлагаю вот этот. Почему-то окрас не все паки поменялись. Давайте пак вот этот взорвем, парни. Стоя. Так, давайте это. Блин, я сам переживаю, конечно. Я пошел на эту сборку. То, что легенда в дальнейшем нужна будет какой-то СБЧ. Ну и плюс эти игроки меня подкупили, конечно. Этот риск, на этот риск пойти. Ну, давайте. Прожахаем, прожахаем, попробуем. Редкий мега набор. Время 2.2.25. Возьмем-ка FIFA диск. О. Собака в последнее время что-то нам удачу не приносит, но давайте. Давайте нам Погба, и мы разойдемся, как в море корабли. И все, и парни будут довольны, и я буду доволен. И Погба будет доволен, и все будут довольны. Волкаут, ребята, волкаут на окрас, цвет. Не то CP кросс. Ну, нормально, нормально, парни. Тони кросса, полтинчик. Минус форка Борези, сами понимаете, то что уже, уже сейчас 90 и Гатуза, собака. Ну, слишком было бы шикарно, чтобы там еще кто-нибудь был. Ну, Тони Кросса поймать, в принципе, нормально. Все на базу. Все на базу. Давай-ка выйдем так. Найден, найден. Все, мы это, контора, поняли все это, то, что найден. Нам бы еще бы найти бы одного. Ну, волкаут. В принципе, волкаут это прямо это. Утопчик, я бы сказал бы, ребят, утопчик. Так, 24. Пам-пам. Давайте вот это. Тут Неймар как бы это. Говорит, ну-ка давай-ка, Бартелла. Открывай-ка. Ах, сейчас раз опять волкаут, да, так четенько прямо. Ач, нету, Вася. Ничего. Нету. Нету. Ну такое чудо, то что. Все, Тони Кросс, и давай, до свидания. Контора скажет нам сегодня. Тони Кросс, и до свидания. Давайте всех туда, всех. Вот. Вижу уже по нациям. На Мусу там. Лига эта выпала. Нормально. Промо-паки, что у нас? Опа, она какие, по 55к есть. Промо-паки. Так. Ну это я на потом вот этот хочу оставить. Давайте, наверное, какой. Вот этот большой премиум золотых игроков. Ребят, сейчас кофейку попью. Нажимаем. Кевин. Бартан. Сейчас подождите, парень. Раз. У, два. Все зависит от того, когда ты нажмешь эту кнопку. Все от этого зависит. Не вовремя нажали мы эту кнопку. Ох! Ох! Ну без волкаута. ЛЖД какой-то. Кто это? А, это этот мод, да, или как он? Игрок матча турнира с Франк. Ну, ну, это хорошо, все равно хорошо, приятно. Поймать такого бичугашку. Бичугашку. 13 тысяч уже по этому показывает. Ну что, Тони Кросс, в принципе, как бы не совсем круто, шикарно, но... Дайте нам вашу карточку. Все, я туда, уже парни, потом из клуба это все выдергивать, сами понимаете, так муторно. Я лучше сразу туда отправлю, куда надо.
Опять на один игрок команду. Вот они сейчас мне контора-то хвалят и хвалят, блин, видишь там. Упишут и пишут. Так, давай. Звезды фу. Давайте нам нормальную какую-то звезду-то одну, дайте, блин. Сона или Погбу. Вот. Не меньше. Блин. Уровень не меньше. Блин. Да? Димасик же должен, блин. Монетки зарабатывать как. Давайте еще на этот пап. На редкий золотой набор. Ну ты тянешь, блядь. Дизлайк сейчас, Димас, поставлю тебе. Ладно, не ругайтесь, все нормально. Сами понимаете, потому что хочется. Там паки сейчас за бабки взрывают. И мы тут бряк, бесплатники, так открываем за бесплатно. За сборку, блядь. Ах, нету волкаута. Ну что у нас, Тони Кросс только нас порадовал, что ли, 90. Ну, ребят, это не серьезно. Уже все в дубликатах. Контора постеснялась бы. Италия, блин, форма Италии. Есть она у нас. А, забрали. Ну все, последний пакет, парни. Ну, где-то считают штук 80, наверное, мы назад вернули в команду, я так думаю. Конечно, хотелось бы больше, но... Что-то как-то это... Ну, не прет. Контора нам не хочет давать. FIFA 19 Ultimate Team. Давай, ё-моё. Как он блестит, да, такой пак-то такой, это... Жесткий, конечно, картинка у него такая. Прикольные картинки они для нас делают. Все для того, чтобы мы открывали эти сраные паки. Так. Вот как почувствовать вот это вот, когда... Как вот почувствовать, парни, когда надо открывать этот пак, а? Ёперный театр. Давайте, нет, я сосчитаю до 10 вслух. Потому что больше я не умею считать, только до 10. Давайте, до 10 и открываем пак. Давайте, без диска, просто кнопкой. Давайте, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9 10. Поехали, парни. Все, последняя надежда на волкаут. На волкаут хотя бы нету. Ну, тут я все, парни, уже все сделал для того, чтобы что-то было, но нету. Ладно, хоть стеночки топки. Вильям Таро. Тони Кросса мы поймали. Самую бомбу такую. Ну, эти нам 84 рейтинг надо, 83 надо, а эти, наверное, рейтинг не надо. Так, ну ладно, это все убираем, тянуть не будем. Ну, поехали, заценим, что нам там нападало. Ну, не очень я доволен, конечно, но... Вот этот типочек упал, кстати. Ну, он, наверное, по квикселу. Ну, по квикселу. Ну и... Подожди, ладно, пойдем составчик вам покажу. Это сейчас составчик будет играть у нас сейчас буквально прямо скоро. Мой клуб. Ага, подожди, не мой клубешник. Особые предметы. Борези товарищ подъехал. Вот такой составчик. Сейчас будем тестить вот этих молодых игроков на краях. Но это же отдельная часть стрима будет. Отсюда убегаем быстренько. Ну, Тони Кросс, вы сами все видели. Это. Ну, в принципе, мы поймали хотя бы вот такую карточку одну, да, редкую, так сказать. Вот как бы такой получился. Ну, я думаю, в принципе, неплохо. Я думаю, сотку мы где-то отбили назад. Если сейчас весь шлак продать. Тони Кросс, этого. И плюс вот это все нападало. Около соточки к вернули. Получается, где-то сборка Борези нам стала. Где-то в 270 тысяч монет. Вот так вот. Все, ребята. Всем покедово. Гандикап.
старался для видоса, может где-то длинно получилось, но это как обычно, у меня сценарий же тут лежит, я все всегда по нему, вы же знаете. Все, всем-всем пока-пока, с вами был Гандикап. Подписывайся на канал, ну и братан, лайкосик прожми от души. Обнял, пока-пока.